В составе группы «Тату» Юлия Волкова покорила весь музыкальный мир. Но, похоже, девушка не планирует останавливаться на достигнутом. В одиночку певица решила покорять мировую фэшн-индустрию. С чего начала Юля свое восхождение на модный Олимп? Смотрите в рубрике «Фэшн». Если сниматься в рекламе, то быть лицом Шанель. Такого правила придерживается Юля Волкова. Девушка решила не ждать предложения от знаменитой французской компании и создала свой модный бренд. Кстати, интерес к моде певицы привели еще с самого детства. Все это пошло, естественно, от родителей, от мамы, от папы. Я, наверное, единственная была ребенком, которая гуляла на детской площадке в белых колготках. И все соседи всегда удивлялись и говорили маме, зачем бы сейчас же песочница, все это будет черное. Любовь к белым колготкам у Юли, похоже, осталось. Правда, покорять мировые подиумы Волкова решила не с одежды, а с обуви. Ведь помимо бриллиантов, лучшие друзья девушек – это туфли на высоком каблуке. Вот только сама певица в обычной жизни на каблуках ходит не так уж часто. Я люблю все-таки джинсы, майки, кеды. То есть каблуки, конечно, тоже люблю, но в последнее время я их все реже и реже одеваю. Есть только вечером куда-нибудь пойти на ужин или на встречу. А в течение дня, когда там носишься с детьми и так далее, или, например, летать в самолетах, зачем мне одевать каблуки, если могу одеть кеды? Что мы можем пронаблюдать в ее клипах? И все-таки Юля не оставила своих поклонников без модных советов касательно обуви. Я знаю, что летняя весна-лето мы делаем в стиле в таком ярком кислотном, желтые, розовые, голубой, зеленый цвет, потому что это сейчас актуально и модно. И модельки, естественно, это острый мыс. Сейчас это классика, это модно, где-то с прозрачными какими-то вставками. И хоть на приближающейся Moscow Fashion Week туфель сапогов от Волковой мы не увидим, зато саму Юлю можно будет заметить на паре показов. Мы идем на Игоря Чепурина. Мы всегда стараемся ходить на него и не пропускаем его. Игорь Куляев, конечно же, который нам сделал костюмы для Сочи Олимпиады. В олимпийских нарядах татушки еще не раз блистали на своих выступлениях после. Костюмы от Гуляева им явно пришлись по вкусу. А вот возьмут ли на свои показы российские дизайнеры обувь от Волковой, без сомнения узнаете первыми из рубрики «Фэшн» в Ньюсбокс. Привет, я Юлия Волкова, специально для рубрики «Фэшн».